Дорогие мои, я на самом деле такого не ожидал. Я не ожидал увидеть вас вот в таком количестве. Спасибо огромное, что вы с нами. Я понимаю, что сейчас очень тяжелые времена. Я понимаю, что нам всем нелегко, но мы все-таки решили, что музыка, в принципе, лечит. Лечит все самые глубокие раны. Спасибо, что вы с нами. Мы обязательно сегодня постараемся максимально подарить вам те чувства, которые выбросят вас из какого-то реальности и окажемся на одном поле, где есть только любовь и веселье. Спасибо, что вы с нами. Чему ты цена тела? Да повина не ланела. We'll be right back.
Друзья, следующая песня «Арда Иджер». Я знаю, что здесь многие уже не первый раз на нашем концерте и знают, эта песня о чем. Но вот кто не знает, я хочу вам сказать, что эта песня об одиночестве. Эта песня о том, что иногда нам кажется, что мы остались в этом мире сами и одни. У нас нет никого, кроме себя. Если честно, вот в последнее время у меня лично это чувство еще больше как-то вселяется и не дает спокойствия. Но увидеть вас сегодня – это счастье. Это счастье, ради которого надо жить. И ради чего я хочу вообще жить. Спасибо, что вы с нами. Это очень важно для нас. Спасибо, что вы поддерживаете нас. Спасибо, что вы слушаете нас. Спасибо огромное. Спасибо. Thank you.
Спасибо большое. Ну, следующая песня. Кто знает фильм «Не горю»? Знаете фильм «Не горю»? Там есть такая красивая песня «Тая». Тая, тая, вот и тая. Давайте вместе споем эту песню. Потихонечку начнем перейти на нотку, где мы будем вместе что-то пробовать и петь. Oh,
попробуем, да? Тая-тая, вода-тая. Здесь ничего сложного. Хоп-хоп-хоп. Сначала надо как-то помочь нам. Давайте. Хоп-хоп-хоп. А сейчас поем вместе. Спасибо, у вас получается. Это первое, это только начало. Ну что, в нашей программе называется «Путешествие в Грузии». Мы все песни как-то выбрали так, чтобы показать все места, в котором делают классную музыку. Это практически везде. Сейчас мы переносимся в Рача, это гора, это Рачули. На самом деле они очень медленные люди, они все очень медленно делают. Они такие вот, всегда опаздывают, всегда. Но танцы и музыка у них очень зажигательно. Как-то вот, как будто получается, что вот эту всю энергию отправляют в музыке и в танцах. Давайте споем рачинскую песню. Лале, раламазат, шемосула, йорого бисевево, лале, Ha ha ha.
ki gena tsvale gavala gamodashio chamo de ki gani gani tashi bichodashio togo shene ki gena tsvale gavala gamodashio chamo de ki gani gani tashi bichodashio togo shene ki gena tsvale gavala gamodashio chamo de ki gani gani tashi bichodashio togo shene ki gena tsvale gavala Спасибо огромное. Как настроение? Давайте еще громче. Поддержим друг друга, да? Давайте, 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 давайте! Сейчас я хочу на сцене позвать очень хорошую армянскую девушку. Нели Мардарнян. Нелечка, ты с нами? О, давайте аплодисменты, Нелико. We'll be right back.
кто слова знает? Что дальше-то, я не помню. Дар целей Джейран Керута. Который только можно было найти, серьезно. Нелли Мардарян, друзья, спасибо, Нелечка, что ты сегодня с нами. Спасибо. Друзья, следующая песня для меня очень судьбоносная песня и очень тяжелая песня. Это песня пастуха. Это песня пастуха, который остался у себя где-то там, на поле. Вернулся дома, и там уже никто не встретил. Потому что все ушли и воевали, и остались там. Это очень тяжелая песня, но я думаю, что на сегодняшний день это очень актуальная песня. Мне вообще трудно сейчас слова говорить, давайте я просто спою. Oh,
Им кабулиде да вина мецхавале и кажара шигавела чеми долеми
opet hoćemo. Ženu mi sada. Kabane, kabane u limax. Mega zadaka. Thank you.
Нет, еще надо спеть. Артерике гагаче. Камизана, камизана. Зана иньяре габутаче. Камизана, черматоше. Еще. Артерике гагаче. Ну что, споем? Надо спеть. Я с вами спешусь. Можно я посещу? Чуть-чуть. Meramam gharibs, udirozetsa, zambakhis peri, tu milkhis hemageni, tu sevadi ano, main samageni. Meramam gharibs, karagabis sutkva, qaqaqshos peri, Chido Managalito, Chido Gorito, Chido Managalito. Chemi Simdena, Teba Mama Saules, Chide Bispenena. Aseme goni ama sime gelebi Avide giena Ero gortzambo besitzoz Kali zembo moz Tuma geni segedi Sime geni temo godena gabina dero Ama zemedi Ezi txaz guamidu imez espaio Txito gorito
Si domara galito da. Chito bonito, chito maravilhito. Давайте вместе. Давайте, давайте, давайте. Еще, вы не знаете эту песню? Давайте все вместе. Сейчас вы будете петь. Надо еще громче. Давайте, я знаю, что вы можете. Не стесняйтесь. Давайте вместе. О, супер! Еще раз. Чито грито, чито варгарито. Вот это хотел. Вот это хотел. Спасибо! Спасибо огромное! Спасибо! Спасибо! Благодарю. Ой. Все? Такой. Yeah.
Thank you.
обязательно на месте надо. Еще, 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 еще. Hey Jan, rapama, amo todo rapama. 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 Джан, спасибо тебе. Спасибо тебе, моя хорошая. Родные, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы сегодня с нами. Очень многие написали мне, что почему так поздно, почему... На самом деле, я никак не ожидал, что сегодня здесь будет такая энергетика. Спасибо огромное. Это был незабываемый вечер. Надеюсь, прочитали пост, если вы кто-то не прочитал. Вот этот концерт какой-то период нам надо, чтобы... Вот когда вы ходили, у нас есть такая традиция, мы всегда держим друг друга за руки и говорим слова перед выходом на сцене. Сегодня было желание такое, чтобы здесь была атмосфера, которая на месяц будет с нами, да? И я думаю, что это у нас получилось. У вас получилось. Спасибо огромное. Я очень благодарен. Спасибо. Oh, my.
Спасибо огромное. Это было незабываемо. Спасибо.
Друзья, еще раз я хочу сказать вам огромное спасибо, что сегодня были с нами. Это было незабываемо. Эти эмоции будут очень долго жить с нами. Спасибо огромное. Спасибо. А сейчас я хочу познакомить с этими великолепными ребятами, без которых этот проект не было бы. Каждый человек, каждый музыкант — это тот часть Pangeo, без которого
не существовал в Ипанчи. Так что давайте, давайте аплодисменты этих парней, давайте, да? Наш генерал Антон Кончаков! Гармония. Бас-гитара. Дмитрий Симонов. Если вы заметили, кто в прошлый раз был у нас на концерте, сегодня с нами первый раз сыграл на акустическом гитаре Тёма. Тёма вообще у нас мультиинструменталист. Я думаю, что очень много сюрпризов готовит для нас. Артём Сахановский! Нашего проекта. Карена Рутиня! We'll be right back.
наш красавчик Никита Лебедев! See you, bye.